Взрыв прогремел в частном доме в селе Звигинке около 6 часов утра. Гранату мужчина взорвал в коридоре, и только по счастливой случайности никто не пострадал. А поводом для такого драматичного события послужила обыкновенная ссора с родственниками. Он сел за стол одетый и потом вытащил. Я думала, у него игрушечная граната эта. Ну, вы поняли, что это граната? Я поняла, что граната такая кругленькая, и тут штырек, вот такой примерно, он все туда что ставит, выставит. Задержали подозреваемого сотрудники отдела МВД России по Орловскому району. Молодой человек немного успокоился и не стал оказывать полицейским сопротивление. Ему самому требовалась помощь медиков. От взрыва он получил оскольчатые ранения. Взрывотехники и кинологи отряда мобильного особого назначения у МВД России по Орловской области обследовали дом, в котором живет подозреваемый, чтобы проверить, нет ли у него еще боеприпасов. К счастью, полицейские ничего не обнаружили. Собранные материалы переданы следственные органы для принятия процессуального решения. Сейчас следственные органы выясняют, каким образом граната оказалась у молодого человека. За хранение боеприпасов ему грозит до 4 лет лишения свободы. Сюда же может добавиться и наказание за покушение на убийство.